50 лет назад со страниц газет и журналов, с экранов кино и телевидения впервые прозвучало на всю страну слово «Кедроград». Тысячи романтиков, писала в те дни «Комсомольская правда», устремились в глухую тайгу на горный Алтай не покорять природу, а помогать ей. А началось все весной 1960 года, когда несколько выпускников Ленинградской лесотехнической академии приехали на Алтай в Притилецкую тайгу. Энтузиасты горели желанием создать первое в стране заготовительно-перерабатывающее предприятие, которое должно было бережно, по-хозяйски использовать дары тайги. Их инициатива нашла отклик у многих и на Алтае, и в стране. В тайгу проверить себя приехали сотни энтузиастов. Их усилиями по решению правительства РСФСР в Горно-Алтайской автономной области Алтайского края была создана лесная опытно-производственная станция. Вскоре ее переименовали в Горно-Алтайский опытный леспромхоз, получивший неофициальное название «Кедроград». К сожалению, как нередко у нас случалось и случается, хорошая идея довольно скоро была забыта и дискредитирована. Вместо концепции комплексной заготовки даров тайги стала внедряться идея рубки леса в разумных пределах. Сиюминутная выгода от хищнического использования лесных массивов Алтая оказалась важнее житейской целесообразности и душевного порыва молодых людей, желавших блага своей стране. Именно в эти годы у нас в полный голос заговорили о проблеме кедра. Но единодушия в понимании этой проблемы тогда не было. Нет его и сейчас. С точки зрения дела, то проблемы как таковой нету, и оно и не могло быть на самом-то деле. Она возникла в силу слабых знаний о развитии кедровых лесов, о их динамике, о природе их возникновения, о природе их развития, о природе их разрушения. То есть биологические и экологические свойства слабо были проработаны, и эта проблема родилась в силу отсутствия знания. Я вам должен сказать, что проблема кедра, она была, остается и будет. Но будет это все немножко в другом виде. Дело все в том, что кедр – это кормовое дерево. Сибирь жила раньше на кедре. Было кедровое масло, заготавливались в избытки, кедровые орехи решали проблему всего. Вот. Лекарств до обычного питания. А потом пришли различные методы, возникла проблема кедра. Общественность, в принципе, встала на дыбы, начала протестовать против рубки кедра. Причем это движение было настолько сильное, что это движение привело к тому, что запретили рубку кедра. Вышло специальное постановление правительства о запрете рубки кедра. Но, поймите, есть разумные пределы всего возможного. Там, где действительно надо запретить, и там, где надо регулировать. Так вот, главная проблема у нас сейчас не запрета кедра, рубки кедра. Не это главное. Надо вести хозяйство на кедр. Потому что без рубки нет хозяйства, без лесозаготовок нет проблемы лесного хозяйства. Поэтому главный вопрос в этой проблеме – найти вот то необходимое и достаточное, что решает проблему сохранения кедра как растения, кедра как насаждения и кедра как древесины, как поставщика сырья. Люди определились в отношении.
кедру. Люди хотят сохранять кедр, люди хотят бороться, но часто в этой борьбе перехлёстывают эмоции. И вот эти эмоции, с моей стороны, перехлестнули в 80-х годах, когда правительство приняло решение о запрещении рубки кедра. Ну, запретили. А что дальше делать? Прошло 25 лет с тех пор, как в бывшем Советском Союзе решением бывшего Верховного Совета были запрещены рубки главного пользования в кедровых лесах. Практически это означало прекращение в них всякой хозяйственной деятельности. Казалось бы, это решение было вызвано благородной идеей сохранить кедровые леса как особо ценную и вымирающую формацию. И это несмотря на массу глубоких научных исследований, которые свидетельствовали о процветании и даже агрессивности кедра в таежном сообществе. Запрещение в конечном итоге никакой пользы кедру не принесло. Скорее, наоборот. Растет количество спелых и перестойных насаждений. Значит, леса, которые, положим, были заподсочены, вот у нас они догнивают, и мы ничего с ними не можем сделать. Они вроде бы еще и не совсем сгнили, и уже не дают никакого, как сказать, ни ореха, ничего. В общем, их, по сути, ну, они внутри их, выход деловой, может, там 30-40% всего. Моя вот точка зрения, как я давно работаю, я вообще как не сторонник такой, чтобы вообще все вырубить, что нужно какой-то метод небольшими лесосеками, сплошными небольшими лесосеками, как вот такими, значит, ну, квадратами, для того, чтобы была возможность и восстановления естественного, вот, и частично, и искусственной лесопосадки. Почему, положим, вызвало такой вот негатив? Потому что рубили же целыми урочищами. По сотне, по две сотни гектар, без всяких там соблюдения сроков примыкания. Вот. Ну, а в любом случае, от того, что прекратили рубить кедр, ореха и соболя не добавилось. Если в начале 90-х, в середине 90-х в кедровую тайгу можно было зайти еще с таким видом рубок, как рубки за плодоношением кедра, то в дальнейшем эти рубки были прекращены. Кедровые насаждения остались как бы брошенные. То есть у них накапливается сухостой, валежник, и никаких работ провести там, ну, по нашему законодательству, невозможно. Я считаю, что это очень неразумно, потому что накопление горючего материала будет очень великое. Ну, соответственно, если население идет заготавливать орех, отсюда большие пожары. В перестойных кедровых лесах, где уже более 20 лет запрещены всякие лесоустроительные работы, где накапливается огромное количество сухостоя, валежника, сухого мха и прочего лесного мусора, пожар может возникнуть от малейшей искры. Остановить же его бывает невероятно трудно. Он шел с нижней части Чуйского тракта. Это было вечером, загорелось где-то в 9 часов. Это было май месяц 2003 года. У нас лесная охрана, лесники занимались посадками. И вот в течение, так скажем, ночи мы перебросили больше 50 человек, лесников, лесной охраны. Привлекли здесь местное население, совместно с главой района, сельскими поселениями. Здесь работало более 1000 человек. Здесь прорубались две просеки, чтобы этот пожар остановить. К 12 часам у нас полностью был пожар локализованный, то есть он ограничен. Мы его уже поймали, затушили, но внутри, когда 12 часов, верховой пожар по кронам деревьев вышел и пошел уже верховым. Пришлось еще одну просеку прорубить. Здесь работали почти все население, лесорубы, вальщики, как лесники, так и местное население. И благодаря этой просеке остановлен пожар. В свое время Валерий Федорович Морозов, наш знаменитый ученый, который написал «Учение о лесе», у него был главный тезис такой – не навредить. Мы своими действиями должны не навредить.
И вот это постановление, которое принято, запретить безоговорочно срубку кедра, мы в этом случае не спасли кедр, а навредили. Потому что мы не решили проблему, как вести хозяйство. Для меня сейчас обидно то, что мне, ну вот, 2 года назад довелось побывать в Нагорном Алтае, побывать в Кедрограде, бывшем Кедрограде, посмотреть, что осталось от Кедрограда, и посмотреть на эту кедровую тайгу. Обидно. Была затеяна огромная работа. Студенты посвятили свою жизнь Кедрограду. Закончили Ленинградскую академию, приехали создавать Кедроград, город, который должен был решать все проблемы. И сейчас, когда все это вот так бездумными решениями, по сути дела, приняли решение, до конца не довели, до конца не решили, и проблемы так и остались нерешенными. А их надо решать. Надо искать пути правильного ведения лесного хозяйства в кедровых лесах. Дело в том, что наиболее эффективно управлять лесами возможно, если известно закономерности развития лесного покрова. Мы должны быть естествоиспытателями. Мы должны подсматривать, исследовать, как развивается природа, и эти закономерности использовать их для решения своих экономических и экологических задач. Минувшим летом в лесничествах Горного Алтая работала международная научная экспедиция крупнейших ученых-лесоводов. Академики, профессора, доктора наук единодушно отметили активный вывал деревьев кедра в результате увеличивающегося выветривания. Говорилось о том, что насаждение кедра находится в стадии распада и требует сплошной рубки. Лес, который мы видим здесь, я абсолютно уверен в этом, находится в конечной стадии своей субцессии. И если не прикладывать никаких усилий, грубо говоря, если не рубить этот лес, то он распадется, деревья будут падать, и, конечно, будет происходить естественное возобновление. Это естественный процесс субцессии, и это вполне характерно для восстановления новых лесов. И если мы хотим сохранить существующую базу субцессии, сохранить этот лес в таком состоянии, в каком он находится сейчас, то это потребует очень больших усилий, очень большой работы в лесу. После проведенных исследований ученые отметили, что законодательный запрет сплошных рубок и увеличение возраста рубки кедровых насаждений привел к накоплению в структуре лесов перестойных насаждений кедра и ухудшению их состояния. Это в первую очередь привело к распаду древостоя. А законодательный запрет на применение химических препаратов способствовал развитию очагов вредителей и болезней и, как следствие, возникновению лесных пожаров на больших площадях. Особо было отмечено, что рамки действующего законодательства вынуждают сегодня работников лесного хозяйства работать в условиях, не отвечающих региональным особенностям роста и развития насаждений. Например, для ареала Семенский перевал, где кедр низкорослый, весь корявый, сучковатый, и его-то самое, это орехопромысловая зона. То есть, чем раскидистее крона, тем урожай выше. Вот методические указания по переводу там требуют вплоть до 2000 на гектар при переводе естественных молодняков. Я считаю, это в 2 раза завышенное. Если достаточно 300 деревьев на 1 гектаре, чтобы это было нормальное полноценное насаждение с перекрытием до 0,7. И в то же время оно будет и развиваться, как именно орехопромысловая зона. И еще одно. Вот возраст рубок у нас тут 281 год. Но я считаю, что он завышен лет на 80-100. Потому что если он 120 лет, он уже зараженный и больной. Ну, извините,
180, то есть к 200-м годам, он уже наполовину сгнил, макушки сломаны. Ну, он уже не представляет ни товарной ценности, ни семенной. Я считаю, что у нас каждое насаждение должно распределяться по целевому назначению. Вот. Если сравнивать у нас зону Притилецкой тайги, да, там кедр он играет роль уже другую, допустим. Он уже и высокий, и он здесь больше, наверное, как будет играть роль для переработки, да? У нас же кедр здесь, он обычно занимает большую часть, он как защитный, орехопромысловый, да? И вот, и по целевому назначению здесь вот он уже не идет уже в переработку. Но как каждое, любое насаждение, взять любую породу, она требует ухода, да? Нельзя, вот, допустим, сделать так, что кедр не требует ухода. Это, мне кажется, неправильно. Он, это как ребенок с детства идет, и, как говорится, за ребенком ухаживаешь, только нужно и за насаждением. Просто надо здесь уже, какие рубки можно применить уже для орехопромысловой зоны. В другой зоне, а у нас вот здесь граница лесхоза 200 километров, представьте, на высоте 1800 метров, там нужно проводить, допустим, санитарно-выборочные рубки. А где-то на высоте 500-600 метров, 800, там, может, нужно и выборочные рубки, это в кедровых насаждениях проводить. Смотрите, опять какая ситуация, чисто бюрократическая, политическая. Принимает руководство неприменительно к кедровым лесам горных, а всех кедровых лесов. Потому что кедровые леса-то вот на равнине, а их больше на равнине, больше, на них распространилось и это. И этим все и навредили. Первое. Навредили как в экологическом плане, навредили, так и в экономическом плане очень сильно навредили. К сожалению, несовершенное лесное законодательство – это лишь одна сторона медали. Намного опаснее для наших лесов то, что за последние годы оказалось почти полностью разрушенным все наше лесное хозяйство. Рациональное, прибыльное для государства лесопользование оказалось в далеком прошлом. Почему лесное хозяйство рухнуло? Потому что за этот период, с 88 года, значит, было 8 реорганизаций. 8 реорганизаций, вы представляете? То есть, как говорят, разделяй и властвуй. И поэтому я считаю, что для того, чтобы наше лесное хозяйство в России в целом начало подниматься с колен, как вот сейчас, оно, в общем-то, на коленях, еще немножко и вообще его, ну, растопчет, отраслью должны руководить именно те, кто ее знает, специалисты лесного хозяйства. Лесное хозяйство сделали рыночным, ввели аренду. И считает, что все мероприятия лесные, так скажем, можно выполнить за счет арендатора. Но у нас же арендаторы, они же не все лесники, да? И принцип аренды, наверное, не вырастить лесные культуры, а, наверное, получить максимальную прибыль от того лесного участка, на что они взяли, там, заготовка древесины. А кто там будет его, пожарные машины или набирать специалистов? Ну, 10 раз сократить численность лесной охраны. Ну и, соответственно, раньше у меня лесник знал, кто где, когда что-то рубит, кто куда-то собирается ехать дрова готовить. Нет, даже законным образом он знает. Ну, сейчас, извините, мы только знаем одну отчет, сверху на отчет, сколько ты отчетов подал, вовремя ты их подал. В разных концах, в разных лесничествах Алтайской тайги мы спрашивали и лесников, и всех, кто так или иначе связан с лесным хозяйством, какой выход они видят из создавшегося положения. Ответ был почти единодушным. Возвращаться опять к тому, чтобы восстанавливать вот эту вот науку лесную, восстанавливать и проводить различные исследования, которые вот именно, вот положим, по этим рубкам, которых у нас вот выборочные, если они действительно достойны того, чтобы их оставить, да. Поэтому наука должна быть лесная, но учитывая, какие проблемы сейчас вообще у всей науки,
не знаю. И я не вижу молодых кадров, вот, которые бы приехали, да, и что-то бы писали диссертацию. Может, финансово не хватает, потому что далеко, видите, сейчас все дорого же, далеко. А вот еще, положим, вот эту даже плантацию приезжают те, кто ее закладывал еще, вот, то есть уже под 80 лет. А вот наука вам дает какие-то рекомендации, помогает в чем-то, поддерживает вас, или она сейчас отстранилась? Ну, на данный момент пока отстранилась. И, то есть, как бы тут витает идея о создании какого-то центра. Я считаю, что центр должен быть именно у нас, в районе Семенского перевала, чтобы именно изучить и какие-то назначить мероприятия. То есть повлиять даже законодательным образом. Когда первые шаги науки в этом году появились на нашей земле в лесхозе, мы, конечно, этому были рады, потому что нужно уже сюда приходить, нужно работать совместно с лесхозами и нужно разрабатывать более четкие, конкретные нормы и внедрять это в тону производства, чтобы... Скажите про Кедроград свое мнение. Ну, Кедроград, вы знаете, я могу сказать, он тоже является, как бы сказать, продуктом определенного времени, продуктом определенных незнаний. И почему не удалось-то? И этим не удалось-то. Да если бы этот кедр, он бы плодоносил с утра до вечера весь год, да? И в этих местах ни подсолнух, ни грецкий орех не растет, и коров не было бы, ну, действительно, было бы смысл, да? Был бы смысл ради, так сказать, масла, ради, так сказать, вот этого питательного, так сказать, ну, питания там и так далее, то это можно было. Но это отчаянные люди попытались сделать и увидели, что плодоношение ежегодно раз в 5 лет, ну, на Алтае 4-5 лет, да, грибов, ягоды нет, есть живица. Да, живицу можно подсаживать, да, но... Получается, нашу живицу вытеснили то ли китайцы, или кто-то, так сказать, с рынка. Теперь кедровая древесина сама по себе – это не строительный материал. Как таковой не строительный материал. Вот. И оказалось, что появились в лесопользовании пустоты временные. Ну, в лесопользовании, так сказать, нет продукции, которую можно было извлечь из кедра, чтобы, так сказать, постоянно рабочее место иметь. И, соответственно, развалилось, а государство увидело, что оно не приносит прибыли, зачем же оно, так сказать, будет содержать. Вот сделали бы там научный центр бы, какую-то научную базу, вот, кстати, там на этом месте было бы, это было бы смыслом, кстати, смыслом того, что как правильно вести лесопольцев в кедровых лесах. Но это тоже не сделали. Горно-Алтайский только сейчас в университет открывается, даже лесной факультет пытается, хотя надо было тогда его еще открывать. И таким это не удалось, и руководители, так сказать, зачинщики разочаровались. Все, кто когда-нибудь бывал в Алтайской тайге, говорят, что более удивительных, уникальных по своему доброму влиянию на человека мест осталось на земле не так много. Но чтобы сберечь все это во всей неповторимой нетронутости и благодатной силе, не надо влиять, преобразовывать, извлекать сиюминутную коммерческую выгоду, а изучать, помогать, беречь, не навредить. Именно об этом все чаще и чаще говорят ученые. Притихла Алтайская тайга. Ждет, что решат люди. Придут ли в нее умными, рачительными хозяевами или будут продолжать бездумное, неразумное хозяйствование?